На улице Советской Армии, несмотря на погоду, делают основание дорожного пирога для парковочного кармана. Асфальтобетонное покрытие пришло в негодность после долгой эксплуатации, и теперь подрядчик выполняет подготовительные работы на площадке. Парковочный карман общей площадью 600 квадратных метров появится вблизи остановки комплекс профилакториев на улице Советской Армии. Работы на этом объекте предусмотрены в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Земляные работы мы провели в сухую погоду, то есть песчаное основание, земляное основание было выведено в сухую погоду, уплотнено. Сейчас отсыпаем щебеночное основание. На данном участке задействованы 4 единицы техники, бригада из 5 человек и мастер. Дорожный пирог состоит из земляного и песчаного слоев, щебеночного основания и двух слоев асфальтобетонного покрытия. Толщина щебеночного основания 26 сантиметров. Работы по устройству парковочного кармана планируют завершить к июню. В рамках национального проекта БКД выполняется ремонт улицы Советской Армии на участке от 5-й просеки до Новосадовой. В рамках данного проекта было выполнено уже устройство по основному ходу порядка 15 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия на проезжей части. Помимо парковочного кармана приведут в порядок остановочную площадку, которая станет более удобной для водителей общественного транспорта и пассажиров. Юлия Василькина, Николай Сидоров. События.